Всем привет, друзья! С вами снова мы. Кто Мы мы? продолжаем проходить Star Wars The Old Republic. Как нас зовут? Артём, Максим, Артур и Григорий. Класс. Поздоровайтесь, друзья. Всем привет. Привет. И привет. Мы добрались до Дюна. Теперь нам нужно с ним поговорить. Дюн, на секунду. Это парень такой, который нас хотел свести с реванитами. Бородач. Чё, потерялся в джунглях? Мы не можем вам помочь. Ведь тебя здесь ничего нет. Здесь не любят незнакомцев. Иди отсюда. Шу-шу. В сторону, молодой человек. У меня есть кое-что, что я хочу тебе показать. И плащ так раскрывает. Я не уйду. Я хочу присоединиться к ордену Ревана. Я боюсь, не знаю, о чем ты говоришь. А, у тебя есть жетон. У кого-то должна быть большая вера в тебя. Добро пожаловать в Орден Ревана. Добро пожаловать в новую жизнь. А, ты главный здесь? Паранойя. Почему ты не сказал, что ты реванит в первую очередь? Ты должен знать, что это большой секрет. У нас есть враги, которые верят, что нас нужно заткнуть. Это место наша гавань, построенная нашим хозяином и защищенная верой. Это место, где наш главный ведет нас через мистерии Ревана, того, кто начал джедаем, но вырос в сита, или во что-то даже большее. А кто, собственно, ваш мастер? Наш лидер, основатель и учитель учения Ревана. Реван был воином, когда был джедаем. Когда сит, Реван стал учителем, который тренировал тысячи темных учеников. Несчастье, джедаи и ситхи ополчились на Ревана, но вместо этого, вместо того, чтобы уничтожить его, Реван переродился. Перерожден. Это абсурд. Это звучит как миф, но это правда. Реван был короче, его оставили гнить, и все равно Реван понял пути силы. Перерожденный Реван уничтожил джедаев и ситов и пришел на Дромунд Касс. Жизнь Ревана закончилась здесь, но наш мастер решил, что мы можем учиться у него. Теперь Макс должен понимать, насколько он крепкий орешек. Я не верю, что этот культ просто учение. Может, даже если Империя нас не поддерживает, в общем-то. Реван выучил и темную, и светлую сторону, войну и мир. Мы идем по тому же пути. Возьми часть наших ритуалов. Учи путь Ревана к величию. Добейся успеха и получи право быть среди нас. Мы просто потратили время. Да нет в этом никакого смысла. Прости меня, если я давлю. Здесь ты найдешь новых учителей, реванитов, которые потратили свои жизни, открывая секреты Ревана. Поговори с ними, заверши задание, когда закончишь, вернись ко мне. И мастер, и... ну, то есть учителя... Короче, религиозные фанатики, понятно. Да. О, 5 экспириенса дали. 1400 экспириенса дали. Ну да. Аналогично. 1460, да. Так, это что за значок? Реванит Компаунд Спидер? Так. А, ну это понятно, это вот эта штука. Теперь можно сюда ездить, если что. Так, это кто? Это один из этих учителей? Йорвал. Старейшина. Йорвал. Иди сюда, come closer. Иди ближе. Присоединяйтесь к нашему ордену. Это хорошо. Скажи мне что-то. Ты здесь из-за Ордена Ревана. Ты готов умереть за нас? Где вариант? Нет. Это что, угроза, мать твою? Чё, драки ищешь, старик? Мадраса. Нет, я просто задаю вопрос. Спрашиваю внимание. Ой. Короче, осторожно. Каждый Реванит должен встретить испытание смерти. Смерть освободила Ревана, дала ему... Короче, освободила освободит его от, смерть тебя от, от таков, от обещаний. А, от прошлого, точнее. Это дорога перерождения. Не будь идиотом. Да. Так или иначе, я готов это выяснить.
За нами путь. За путем пещера. Пещера, посвященная Дарту Ревану. Это круто. Ученики идут по пути. Их рвут вещи, которые находятся в этой пещере. Таким образом... Они перерождаются. Но те, кто смогли пробраться, перерождаются. Становятся новыми. Тупые культисты. Ты думаешь, я туда пойду? Я тебе ничего не ожидаю. Выбор — идти по пути Ревана или вернуться к своей жизни. За тобой. Путь здесь, пещера. Хорошо. Я не буду это делать! Я посмотрю. Освободи себя от жизни, которая была у тебя. Ошибки, все твое прошлое, все будет смыто. Это будет ужасно, но это будет и отлично. Когда это будет сделано, и ты достигнешь конца пещеры, возвращайся ко мне. Поняли? Это будет интересно. Где эта пещера, мать ее? Пещера Ревана. А вон она. Это круто. Это круто, это пещера Ревана. Там написано этот... Шпиль Ревана, вообще-то. Ладно. Ну, может, в пещере. Что сделать? Вы идете? Вот тут. Что делать? Шпиль. Просто шпиль. Так, ну мы как раз туда идем, похоже, по этой дороге, да? Нет, нам вообще в другую сторону пойдем. Вон шпиль Ревана. Ну, я просто... Вон там, вон шпиль этот, если посмотреть. Чикабряка, блин. А где ты шпиль прочитал? Да вон шпиль наверху. Я прочитал, когда М нажимаешь, там, понимаешь, написано The Revanite Shrine. Молодец, Артур, град. Что случилось? А я, по-моему, научился хватать за шею врагов и держать их. А, челка появилась, да? Хорошо. Шикарно, да. Там еще кроме шпиля какая-то статуя огромная, это, похоже, Реван. Мы сейчас посмотрим. Ну, кстати говоря, никто не знает, как Реван выглядел, поэтому эта статуя is a fake. Ну, почему? Nice Old Old Republic. Я так понял, в конце пещеры мы выйдем туда наверх, и все будет нормально. Потому что ты сам создавал все время своего персонажа. Ну, так вот, Рейван, значит, такой и есть, по сути. У каждого он свой, в общем. Решил, что Шонин на плаще и все. Не, в маске, скорее всего, будет, да. Это не он? Он. Да, у него же маска была, кстати говоря. Ну, он вообще там без маски, по-моему. А я пока кристаллики собираю. Так, он там бабайка? А, не, в маске. Маски, маски. Слева, справа. Ребят. И что теперь делать? Пугаться бабаек. Именно та маска, кстати говоря, из той игры. Ну да, а ну дай хоть глянь. А, ну да, стопудов. Артур, Артём. Начинаем. Да. Дайте маску поглядеть. Раздави. Палит. Офигеть. Ой, и все так покорно сели. Медитировать сели. Ага. Круг огня. Нас ждет испытание, господа. О, Дарт Реван. Офигеть. Давно не виделись. Да вы гоните. Да ну нахер. Я чувствую силу, или мне больно, я не понимаю. Мне больно. Почему тебе больно? Почему? А, вот, и мы все упали такие. Зачем я в это ввязался? Реван. Я даже не сит. Что-то пикает. По-моему, это бомба. Нет, это подарочные часы. Ну или так. О, мы просто... Ой, что, все что ли? Мы все наспали на одной кровати. Мужики, давайте не будем никому говорить об этой ночи. Все ее просто забудем. Она жарает. Все, что произошло в этом лагере, останется в этом лагере. У кого мой вибромеч? Я не знаю. Я ничего не помню. Ты вернулся. Ты переродился. Твоя старая жизнь, все это умерло, похоронено в этой пещере. Я не понял, скажи. Я бы сказал, ага. Конечно, как скажешь. Теперь ты свободен. Свободен от всего, чем когда-либо ты был. Наслаждайся моментом, он больше не повторится. Скажи мне, как это чувствуется. Больше тебя твое прошлое не отягощает. Как это еще чувствуется? Я ничего не чувствую. У меня зуд в попе. I don't feel anything. Я ничего не чувствую. There is no shame in that. Нечему стыдиться, когда Ревн умер.
Тхаре. Ты хорошо справился. Choosing allegiance to us first of all. Take this gift. Возьми этот дар, чтобы он направлял тебя в твою новую жизнь. Я взял его. Он будет напоминать тебе о том, что ты сделал. Иди и присел. Да сделает тебя силу сильнее. Че нам дали-то хватит? Фигня какая-то. Recommendations. А что было-то? Это все что ли? Я думал, мы как-то поговорить забудь, с ним сможем. Мы никогда не будем вспоминать. Вспоминать, что там было. Все, что произошло в этом лагере, говорю, останется только в нем. Там был Реван. Камфу. Подойди, поговори со мной. О, господи. Все студенты Ревана. Я помню, когда я был такой же, как ты. Я помню свои испытания и улыбку. Что? И наслаждение от убийства во имя мастера. Тебе так повезло. Дословный переводши стрелы. Та-ра-ра-ра-там. Мне 3 очка дали. Сказали, ты не мерзи слово вообще. А я скажу, какая no правда. Даже если ты провалишь свои тесты, чувствую себя счастливым, потому что ты участвуешь в этом. Я Ларда, один из персональных убийц Лорда Сид. Теперь я, короче, тут с ними. Я слежу, короче, чтобы сюда не проникали всякие крысы. И кроме того, направляю начинающих в их испытаниях. Меня будешь направлять. Great, поделишься с нами своей мудростью. Конечно. Right инициатор каждого реванита, в общем-то, включает испытания прошлого. Найдешь маску Дарта Ревана. Ну, в общем, увидишь то, что... Короче говоря, который он носил, когда стал ситом, эта маска. Да. Это мощный символ его величия. Я бы предпочел подраться. Да. Я, говорит, умею ломать, а не искать. Там будет разрушение. Я это тебе обещаю. Успокоило. Маска, короче, ее бывшего учителя, тоже сита какого-то. Нужно оттуда ее забрать. Кровь и смерть великолепно. Ну, кровь и смерть все дела. I can't wait to start killing. Ожидаем. Поговори с Тороном, нашим куратором. Он даст тебе направление и скажет, где маска. Когда приключение закончится, принеси маску мне. Удачи. Добро пожаловать в мир, которым является служение нашему мастеру. Глупые фанатики, все, что я могу сказать об этих. Да, какие-то. Бла-бла-бла. Реван, бла-бла-бла, маска, бла-бла-бла, реликвия, бла. Я с вами не согласен. Аналогично. Просто не знаешь, что такое Реван. Что у нас это видит? Я не ожидал визита от инициации, ну, от новеньких. Я Турун, слуга хозяина и студент Ревана. Что я могу для тебя сделать? Меня сюда прислали. Помоги мне найти кое-что, сказал я. Я уже сказал. Нужна маска Дарта Ревана. Так Ладра тебя послала. Она хочет, чтобы я тебя ритуально приготовил к контакту с маской Ревана. Бесполезная церемония. Она очень одержима этой маской. Говорит, что та с ней говорит. Ладра хочет, чтобы... маску, чтобы предоставлять все, что связано с Реваном. Аллатра больная. Но он был не просто ситом. А перед своим перерождением он был и ситом, и джедаем. Да мы уже поняли. Я победил. Я не смог ей сказать, что она сошла с ума. Я рад, что ты заметил. Есть линия между одержимостью и заинтересованностью. Ладра будет исследовать маску, чтобы получить... короче, ладно. Короче, принеси мне маску, и я вознагражу. Я ее сохраню, в общем-то. Принеси маску, говорит... в безопасности. А она, говорит, фанатичка. Вот и все. Весь разговор. Я вижу, что ты делаешь. Я не хочу, чтобы чистокровный сит со мной... Он злился на меня, в общем. Почему?
В этом же весь фан. Уверен, Ладра обещала хорошую награду за маску. Я не могу с этим сравниться, но, говорит, тоже кое-что дам. Поможешь мне? А тут нет. Они серые. Нет, ну будет же выбор, кому отдать. Я ее, может, себе оставлю. А там уже сам будешь решать. Ты просишь меня сломать, мое слово нарушить. Ладра не права. Я не знаю, ты права. Правда, история Ревана должна быть показана. Спасибо. Короче, ему надо отдать. Он предлагает эту маску. Не мне говорить тебе быть осторожным. Надо прибыть с тобой силой. Пусть она делает тебя сильнее и направляет тебя. Вот. Чтобы ты вернулся, да. Вот эта миссия, эти миссии, они такие, вот там Джек Шепард шустрил такие, ну, миссия. Фанаты «Звездных войн» такие. Нам теперь опять обратно к лорду Грэхэму. Это опять пилить, да. К лорду Грэхэму? О, Джеки пешком побежал. Да-да-да, я вот что-то тупанул, надо Подожди, куда идем? К лорду Грэхэму, к особняку лорду Брэхэма. Грэхэма. О, Брэхэма. Так это офигеть же сколько. Так а прям туда ж нельзя лететь, нужно пешком лететь. Это где хоть вообще? Это стена. Короче, идешь к стене, да. Кто последний, тот Филипп Киркоров. Единственная моя. Я последний просто. Ты уже вошел. Жился. Ну. Вопрос. Киркоров, конечно, да. Клевый. Король. Там видео видел, где он на сцене поет такой. Сзади к нему там какая-то женщина подходит. Он такой. Он такой, как маленькая девочка такой. Да он король. Он когда награду получает, это же. Журналистку избил такой, потом. Показывает в больнице такой. Я типа потерялся там. На меня нашло что-то. Не знаю, я понимаю. I'm Batman. I'm Киркоров. Gotham Batman. Gotham Филипп Киркоров. Зачем вы это делаете, да? Сейфы не забываем скрывать. Мне не нравится ваша кофточка, ваши сиськи. Неужели никто не смотрел? Встали и ушли. Я не понимаю, что у нас за блин? Я уйду, но я не уйду. В эфире. Джек Шепард, ты вечно какой-то разломанный. Биография Филиппа Киркорова. За 2 минуты. Скилл-то мой новый, я могу лайтсейбер кидать во врага, и он обратно прилетает. За кеш? За кезой, вот смотри, раз, два, пошел. Чё, нет? Фиаско было. Вот, сейчас кто-нибудь. Я не знаю, как ты там саблю кидаешь, но я уже, наверное, с рождения умею гранаты кидать. Ничуть не хуже получается. Я кидаю гранаты. Артур вместо погремушек дарили игрушечные гранаты. О, смотри, попкопс. Смотри, попкопс, спешл фор ю. Ну, давай. Прикольно. Да. Вот это прикол. Ты снимал? Я снимаю. Молодец. Так, нам сейчас. Блин, а далеко так перейти. Нам за попкопом. Хотя, стоп, а да. А Макс уже там стоит. Зацените, что я нашел, Артур, как тебе такое? Входит, нет? Что-то я буду раз. Цирковый примодел. Ну, я ее показать сегодня уже. А, ну, в принципе, да, неплохо. Блин, я пока смотрел. Прошел к троим чувакам такой и дальше побежал. Да-да-да. Это нормально. Иди сюда, Артур, мне кажется, есть. Я всех сагрил. На ушко. Во, это я его в стазис кинул? Что у нас за мужчины вообще такие? Наверное, я. А может и ты. Подожди, это не работает. Почему-то. О, заработало. Может из-за того, что мы как бы в бою были? Наверное. Как сюда, да? Мы там бьемся, а они как бы в бою. Нормально. Так кто там последнее здание вошел? Кто влетел вообще? Филипп Киркоров. Окей. Я только одно могу надеть, что ли? Пока, пацаны. Тормози! А, окей.
так пафосно еще такой стоял не, назад, так хоп, шаг назад. Чувак. Да нормально. Чувак. Мы тут уже третий раз, по-моему. Обнимашки. В этом месте. Че, нам тут далеко идти, нет? Нет, налево сразу. Да нормально. О, зацени, как я могу. Джек, смотришь? Смотри быстрее. Смотри, сейчас смотри, будет. Я умею кидать. Нет, куда ты делся-то? Взлетел. Наверх. А, наверх, что ли? Ну, фига да. Ты. А у меня зато гранаты есть. А у меня? А у меня гранаты есть. Я круче, чем вы, да. Ого. Это что за засада такая? Так, где шустрила? Броня какая-то, гномья тут. Какой черт? Я иду. Ну а мы снимаем, а ты идешь. Я иду. Двери. Какой-то спецназ. Да, я жду спец. Вас, чтобы дверь открыла. Ой, какой я страшный. Ну, так-то ты всю жизнь страшный. Мне страшно. Так, и чё? Макс, открой, пожалуйста, всем нужно. Он тут куда-то побежал. Такой зая я ливаю, да? Ну, открывай давай уже. Стоят, ждут такие. Оно не работает. Да ты как? Не двигайся. Да ты гонишь. Я тебе отвечу. О, сработало. Отвечает он нам. У нас... Бородача. Бородач Елена. Бородач. Елена, понять, простите, отпустить. Сейчас будет битва с боссом, я надеюсь. Ну, Макс первым пошел, его уже убили. Можно считать, что ты потерян. Уже мертв. Сейчас только бфля, потроха. О, маска. Мина. Ну это шмат этих гномов. Маска Иисуса. Или маска Ревана. Иисусе тряпка. Маска. Блин, я бы такое одел. Может, тебе сейчас и дадут? Да, бы. Причем ты сам последнюю кнопку нажал, и ты же первым сюда зашел. Музыка главная из этого, из Knights of the Old Republic. Ну такая, кавер. Да-да, вам с током шибанет. Нет. Такая маленькая оказалась. Конечно, рама такая. Хотел одеть, но не вышло. Хищник. Так. И бежать сразу. Ну все, ты тактику Артура подхватил. О, кувырнулся. Мы там такие, о, ё-моё. Он не специально кувыркнулся. Это принц, который из Шрека, как его? Да. А, теперь нам сказали вернуться к кладере, ну, может, почему на меня? Я ничего не делал! Да, это все-таки мой скилл, когда я его вот так вот пушил. Да нормально все. Да у тебя весь день сидит нормально. Да нормально просто. Что? По идее, вот у нас должна быть. А ты боялся, что стрел. Еще, блин, маска. С лестницы упал кувырком. Да, у нас маска в Mission Items. А вы видели, как этот парень? Мишины там собрали. И мы должны кому-то ее отдать. Или это нормально лежит, что тебе не нравится. У вас он лежит? Нет. Он у меня в воздухе. У меня целится сейчас. Давай пока как Майкл Джексон. Я ему сейчас дам кое-что подержать. Подожди, любовь. Отойди от него. Тихо. Давай любить его. Сейчас я ему вибромеч ставлю. Все, вставил. Подожди, я скриншотил. Бедные люди. Бедные люди. Ой, я сейчас распечатаю постер. Бывает. А у нас маска есть или нет? Да, в квестовых. Нет. Жаль, что в квестовых. Ну да. Но я думаю, когда мы кому-то ее отдадим, потом мы убьем этого кого-то и заберем из себя. Хотелось бы. Да. Маска Ревана. Маска, которая когда-то принадлежала. Ну, Лорд, кстати, Ситов, вот в заставке... Ты готов, да? Синематик. Там все в этих масках были. В масках Ревана именно. Вместе мы бы не прошли через это. Да. Ну мне это вообще по статусу не положено, эта маска. Ну да, как бы, не в тему. Ладно, я свою продам. Нет, ты ее сдашь туда, это великая маска, которая... Я же продам. А, и наша, отлично. Верно служила. Или наркотиков не получите. У нас одинаковая комбинация влета. Влететь, топнуть, все. А может полетим? Давайте на ТП, да. Давайте так, мы летим куда? Саша, ну туда. Обратно туда же, в Реванит Компаунд. Ой, мы даже здесь с тобой все вместе делаем. Да.
Ой, я отменил. Вот это я плохо. Я думал, ну видишь, не пошло. Так, ну чё, кому вернём-то? Я предлагаю вернуть мужику. Тётке страшно или мужику страшному? Тётке надо давайте отдать. Тётке. Ну давайте попробуем тётке, посмотрим, что будет. Слабаки. Не, посмотрим, что будет. Если что, я выберу плохой вариант, который не подходит. Ты вернулся? Ты должно быть поговорил с Тороном. Ты видел маску? Разве она не восхитительна? Так и есть. Сколько дашь за нее? Сама посмотри. Я все еще отлично, отлично, отлично. Ну я уже выиграл, да? Я не знаю, что выбрать, Верхняя! Ба! I have the mask right here. Вот у меня маска. Не думал, что увижу ее когда-нибудь. Наконец-то свободна из тюрьмы Грэхэма. Это всего лишь из рук еретиков. О, 133! Уделал! Вот уделал! Это не Ревен, это же просто маска. Ой, бедный ученик, ты так и не понял. Но это в порядке. Маска теперь с нами. У меня есть подарок для тебя. Чтобы отпраздновать твою удачу, я не могу завершить. Только маска может завершить твою инициацию. Тогда дай маска будет дала быстро. Нас. Да ладно. Поговори. Спикту. Он тут рядом. Рэймон. Мазафака. Рэймон Ориджинс. More initiates. Думаю, хозяин знает, что делает. Если вы следуете путями Ревана, мы будем относиться к вам. Короче, судить по поступкам. Твое мнение ничего не значит. Until you've proven yourself, you're nothing. Пока ты не показал себя, ты здесь ничто. Запомни. Ревен не работал в одиночку. Ревен имел союзников. Мы не другие. Хочешь с нами? Да ты шутишь. Именно. Короче, тебе придется работать с людьми, которые доказали свою преданность. Хозяин. О, звучит как большой трат времени. Мужик, ты сейчас, по-моему, просто должен доказать внутреннему кругу, что ты понимаешь учение Ревана. Не будут задавать вопросы, если ты их не удовлетворишь, в общем-то. Они начнут заменять тест мудрости на тест силы. Реван бы тебя ненавидел. Потому что ты лысый. Потому что ты... Скажи мне, куда идти. Your pilgrimage starts in the jungle. Он сейчас начнется в джунглях. Там начнешь первую отметку. Будь готов ко всему. Джунгли очень опасное место, потому что там хищник. Господи, это все опасные джунгли. Можно выбрать награду за то. У меня новые гамаши, но они старее моих. К сожалению, кто-то их уже поносил, похоже. Зато очков дали 4500. Опять назад идти. А, да ладно. Вы просто не понимаете. Это, наверное, самый интересный квест в игре. Чтобы время быстрее шло. Так, нам нужно... Назад от стены не быстрее будет? Нет, нет. Не быстрее. Но нет, надо мотороллер по-любому себе купить. Вот-вот. Тяжело не согласиться. Я банда из 4 чуваков на мотороллерах. На чистильщиков в супермаркетах такие. Да. Поехали. Не, на мотороллере буду я, вы пешком. Я же вас наркотой снабжаю. Не, так у нас же должны быть деньги на наркоту, значит, на мотороллер есть? Нет. Ты так думаешь, что они у нас есть. Плюс этот нет. Мы, если что, тебя можем заложить просто. Ага, потом будете сами. Да где, где же он, блин, мы без него не можем. Мы найдем себе нового дилера. Ну да. Сколько в эту игру людей играет? И каждый заткнись и принимай свои лекарства. О, пони! Отлично. Так, все пришли уже, что ли? Я не поддамся. Мурон. Так ты пришел. Какой ты урод. Который желающий присоединиться к ордену. Я Мурон Дукас. Лорд зверей. Я Реванит. И я Сид. Что ты мне скажешь? Что ты хочешь сказать мне? Поздравляю. Ты, говорит, пришелец.
Что ты ожидаешь, что я скажу? Я очень восхищен. For decades I have served the master. He found me when I was a lava and saw that I was strong in the force. Against the Empire's traditions he trained me. This is the path to the power. To teach all species the path to power. Это путь Ревана. Путь, который учит все особи путь силы. Truly, you are an abomination. An alien да, говорит, ты урод, инопланетный ублюдок. Their bones are buried beneath the moss and loam at your feet. Другие тоже самое говорили, их кости где-то тут лежат. Теперь ты ответишь на вопросы и ответишь хорошо. Почему ты думаешь, Реван тренировал чужих путем ситов? Почему у Ревана была такая сила? Предлагал он эти силы всем ищущим. It was an act of kindness. Never forget that Revan was Sith. And there was no kindness among Sith. Никогда не забывай, что Реван был ситом, и в общем-то он никогда не был милашкой. Ты провалился. Блин, я провалился. Блин, Артур, это же было ожидаемо, что ты третья. Travel as Revan did through the Shadowlands of Kashyyyk. Face the terrors of nature. Путешествие, как Реван проходил через джунгли Кашиика. Это где Чубаки жили. Это помним. Если ты вернешься живым. Блин. Ну, в общем, мы провалили тест. Блин, на путь. Да, блин, теперь придется еще блин. Побегать. Да. Силы. Ну да, в общем-то, те, кто играл в Knights of the Old Republic, помнят, как Реван побывал на Кашике. Да-да-да. Мало того, что я помню, когда я играл, у меня там русификатор был дохлый, и почти все фразы были перепутаны. Я на Кашике не понимал вообще, кстати, о чем речь идет. Аналогично. А у меня был нормс. Я не играл. Ну, я-то играл, когда это еще было новинкой. Бонус у нас 12. Зверев убить. А нам далеко? А, нам зверей нужно убить. Вишес Кетс нужно убивать и вот этих тоже. Так а ты? Да. Это я. Кот-то. Подожди. Или вы там друг с другом что-то опять? Я про монстров, типа. Эй, ну куда ж ты? Ну ладно. Еще все, можно к нему вернуться или еще 5 штук убить. Подожди, нужно убить. Мне еще одного кота. И мне еще одного. А вон еще одного кота и еще. Уже избивает. Я. Все, коты все, осталось двое еще. Да. Зверей. Да, да, да. А вот и еще один кот, если что. Ну, он, в принципе, уже никому не нужен особо. Да. Что, это за звери это я за звери считаю, да. И последний еще вот. Три. А нет, это молодой манда, который. О, ну так давайте. Давайте, сейчас Мандалориан. А он типа крутой какой-то, да, походу? Сейчас его в стазис кину, ага, кинул. Он такой, наемник. Думаю, не плевать. О. Ух ты! Хорошо. Это для... Так, это для меня. Да, для оружия, согласен. Но нужно, но нет. Жадная. Ой, подождите, тут сзади остался кристальчик, я его хочу взять. Так, я зато кость какую-то подобрал. Тёма, ты в порядке? Я тут сейф вскрываю. Занимаюсь. Ну, вот, я не знаю, может у тебя специализация какая-нибудь, что только ты эти сейфы... Ну да, я ж выбирал эту специализацию. Нет, мы видим их, но они не подсвечены нам синенькие. Потому ну, что вот, надо выбирать понятно. Специализацию. Так и подумал. Ой, так тут сзади... А, еще можно три уничтожить. Еще мне одного надо уничтожить. Кто успел добежать? Так. Я. Yeah. О, они тут прям сразу появились. Подожди, бьем их тогда. Да потом. Да чё, вот мне два осталось. Один. Вот он рядом. Ладно, подождем. Да, секундочку. Буквально. Короче, давайте как-нибудь сами отвечайте. Я потому что... Так, всё. Ну, я думал, что он добрый у меня, потому что Реван был добрый. Да я знаю кодекс и про Ревана, я все знаю. Давайте я буду отвечать. А ты откуда знаешь? Ну, мне приснилось. Вещи сон. Все. А, Тёма. Так, поехали. Ты. Твои слова для меня ничего не значат. Но свет из трупов, который ты оставляешь, показывает твою силу. Я думаю, что ты достоин инициации. Но твое исследование только начинается. Инициация, короче. Испытание, вот. I'm glad that I could earn your respect. Я рад, что я заслужил твое. Можешь продолжать свое паломничество. И, в общем-то... Короче, ну,
заслуживать уважения в глазах окружающих. Да мы уже полчаса заслуживаем вашего уважения. Хватит ныть. Да че ты сопли жуют, жуют? Найди наемника под названием Сетафар, который учит солдат. Сафтивкар. С ним нужно поговорить. Сафтивкар, че? И он еще дальше, чем нам надо. Окей. Не ной, Джек. Я не мог, если бы я мог взять и понести тебе, я бы это уже сделал. Я представил просто. Запрягай! И вот так вот. Вы, конечно, как хотите, но я пошел через леса. Да я стал бегу. Первый же моб твой. Это не важно, я убегу от всех. Знаешь, серьезно, как говорят, бабайки? Быстрые ноги, сды не боятся. И езды не боятся. А это что-то такое? С дыней? С дыней боятся, да. Это что за... Какие-то колонны. Да забейте. Что? Там люди вообще-то злые. Оля, а это что такое? Ох, нифига, меня застанили все. Ой, 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 я висю. Да-да-да. Ну что вы такие слабенькие? И зверюшки пришли. Ну это с от меня. Пригнал все. Это уже мои. Да ладно вам. Давайте. Взрывы, подъемы там просто. На. На. Так, бежим. Так, вот тут все-таки лучше обойти. Не перейти на рожон. Артем там такой тихо сап. А давайте теперь, как говорится по-английски, choose wisely. Yes, it is. Да. Of course. Так, все, все готовы. А, успел, нет? Да. Нет, я не успел. Ну да, Джек не успел. Escape нажми. It's good to see you alive. Escape. Ой, даже лишнее. Так, а теперь все готовы? Cochran, have some of the men head into the city. They've earned a break from training. Yes, Commander. It's good to see you alive. Да, что вы живы. Не все добираются до сюда. Реймон связался со мной из базы. Сказал, что ты хочешь присоединиться к нашему обществу. Правда? Нет. Может, не стоит обсуждать на людях. Мои люди ничего не скажут. И у меня тут нет жучков. Столетия назад мой клан сражался вместе с Реваном. Мы против. Не проиграли войну на Малкор 5. Третий вариант, наверное. Да, по дефолту. Но я проиграл. Ну я тоже. Короче, в итоге, после всего этого, они примкнули к Ревану. Служил ордену, чтобы имя Ревана не забыли. Реван был воином, лидером и заслуживал быть запомнен, в общем, чтобы было. Как, откуда я знаю, что ты не как это не будешь очернять его имя? Что я могу? Слишком... Что ты можешь сделать для этого ордена? Learn all I can about Revan's past. Я выучу все, что могу о прошлом Ревана. Вроде намного воинов, но может быть ты тоже послужишь. Найди майора Патнелла. Он, в общем-то, начальник охраны на стене. Похоже, в этот раз я правильно ответил. Во сне говорит. Во славу Мандалора, во славу нашего мастера. Так она Мандалор, да? Да. Броня же ихняя. Броня же ихняя. Хорошо. Смотри, похоже, если бы неправильно ответили, то сейчас у тебя тут сейфов нету? Вот если бы неправильно ответили, есть. То... Да ну их нафиг потом. То этот... Потом. Ты прям вот у него стоишь. Так и быть. Так нам вот сюда нужно пилить. А здесь где-то что-то я могу собрать. А откуда этот прикол? Да потом, что-то знакомое. Это с обзора Bad Comedian. А, точно, я и забыл. Вы идете? Да, еще догнать. Да все тут. Майор Потс. Нет. Надо поговорить с майором. Потс. Да, майор Потс. Шалом.
Чтоб я так жил, battle. Как вы прибедняетесь. Все, все, бежит. Я прям слышу его сопение тяжелое. Кого я должен убить? Успел. В колпаке тяжело дышать. Ну, погоди, никому же не неприятности. Можем поговорить. Я майор Потс. Вашим услугам. Всегда приятно встретить новых учеников ордену Ревану. Нужны юные люди, которых он, все люди, которым он может поучить. Давай быстро к делу, короче. Не тратить мое время. Я здесь для инициации. Конечно. Не знаю, как твои другие встречи прошли. No point making a life difficult, eh? Quite a few initiates, young officers, acolytes and the like, think our secret society will help them become mobs or dark lords. You're not like that. Не твое дело. Короче, неважно, о чем ты там говоришь. Победил Артур. There's something wrong with wanting authority. Not a thing. But you've got to seize it for yourself. And I'm confident you can do that without the order's help. Not every initiate realizes that advancement in the Revanites does not guarantee advancement in the Empire. Nor how dangerous being a Revanite really is. Бред несет вообще. So, how do we respond? How do we answer the Empire's accusations? Короче, темный консулат что-то с ними хочет сделать, темный совет. И они хотят ответить. Ну, в общем, да, учения реванитов идут наперекор учениям имперов. Мы развалим им голову. Мы отвечаем уничтожением наших врагов. А те, кто против нас, падут. Я боялся, что ты скажешь это. А у вас, я патриот, в общем-то. И не хочу, чтобы реваниты повернулись против Империи. Я передал сообщение всем охранным дроидам. Если ты выживешь, я, может, передумаю. Типа того. Короче, ты неправильно ответил. Надо было сказать что-то другое, и тогда бы никакой вот этой войнушки не было. А сейчас, говорит, если ты выживешь, я передумаю. Ну, собственно, вы сравнялись, Артур, если что. Ну да. Ну, мы выжили, это было очень сложно. А, ужасно. Да, очень. Мы потратили годы. Я должен сказать, я не думал, что ты справишься. Да ладно. Ты, похоже, будешь ценен орденом. Не создавай мне проблем, короче. Double-cross me. And die. Пересеки мне еще раз линию, дорогу. И погибнешь. Да, и умрешь. Рэймон will be waiting for you. Наконец-то. Конец-то. Then I'm done with the likes of you. Ну тогда я и закончил с тобой. Тебе подобное. Так-то да, говорит. Вернуться к Рэймону. Все, обратно идем. Тут хотя бы у нас этот есть. Быстрый путь. Ну да, туда. Куда вы пошли? Тут какой-то мужик Грэ стоит, а он какой-то пес. Сик. Люди, которые засняли 60 серий Дейза, не любят бегать. Это же надо. Ну, Дейз и Звездные войны. Звездные войны и Дейз. Да, конечно, глупо сравнивать. Очевидно же, что Звездные войны уже хуже, по всем фронтам выигрывают. Согласен с Артемом. Видно, что Звездные войны по всем фронтам проигрывают, как он и сказал. Тут даже нет читеров, и никто нас в воду не кидает. Мне интересно. В чем смысл играть? Бежишь и знаешь, что тебя никто никуда не... А еще здесь нет зомби. Да. Но... А еще игра здесь запускается, когда нажимаешь двойным щелчком на ярлык. А это вообще ненормально. Это же бред какой-то. Здесь можно одеть юбку. А еще сама игра стоит 300, а карточка 1000 со временем. Ну да. А еще тут есть сюжет. So you finished the pilgrimage. Not bad. Ты закончил испытание. It's none of my business, but the inner circle. Я не знаю, что там произошло, не мое дело. Но, короче, внутренний круг подтверждает твою инициацию. Wonderful. Я хочу твоего лидера. Прекрасно. Прекрасно. Ты хорошо справился. Теперь нужно найти кого-то еще, чтобы следующий шаг ты его. Я не закончил. Ты идите в жопу уже. Да, я почти реванит. Да. Ты мне больше не нужен. Удачи. Каждый шаг приближает тебя к нашему главному. Все, идем к Дзону, тому, который нас встречал. А знаешь, ты еще там с двумя моими... Дзон, Дзони. Надо слетать на Корибан, забрать табличку. Смотаешься? Конечно! Ты справился, не правда ли? Я слышал много о твоем прогрессе.
о твоих испытаниях. Твое испытание не было уж очень легким. Но ты показал, что ты можешь идти путем Ревена. Теперь ты можешь идти на последнее испытание. Я почти, он скажу я. Я сказал боль в заднице. У меня боль, да. Мастер завершит твой урок. И сделает тебя настоящим членом Ордена. Мастер показывает себя никому снаружи. Да, Макс, я надеюсь, ты... Я надеюсь, что я... Last, да. Наконец-то! Уважение заслуженное, заслуживаемое меня. Ты можешь пойти к хозяину его обитель. Послушай его, подчиняйся ему. Через мастера ты узнаешь путь Ревена. Так, использовать его терминал. Где? О, он близко, окей. Что ж мне постоянно дают одежду для моего напарника, если я с ним не бегаю? Заколебали уже. А нет, следующее. Чё-то такое... А, понятно. Какая-то срань. Это как вообще понимать? Голый терминал. Ты умер и переродился. Встань передо мной. Это кто? Этот ваш бог? А голос? Продемонстрировал силу и голос другого. Мудрость моих последователей. Взгляни на мастера ордена Ревена. Ты прячешься от меня. Что происходит? Я не понимаю. Это конец твоей инициации и начало твоего настоящего путешествия. Ты пойдешь путем Ревена навеки вечные. Враги Ордена будут сражаться с тобой в тенях. Но ты сохранишь свой секрет в безопасности, как ты хранишь наш. Это она, мастер. Время, короче, прятаться закончено. Знай меня. Вот я такая. Хватит трюков. Только трусы тратятся. Зачем ты так с ним? За масками, наверное. Даже Ревен заходил во тьму иногда. Это практичный выбор. Я извиняюсь за это. На кухню. Ты не знаешь, как темный совет хочет меня мертвой. Орден Ревена угрожает всему. Что поощряет темный совет. Пофиг. Какой вариант? Я выбрал третий. Что такого опасного? Твое ЧСВ уж буквально завысило. Ты видел мощь пути Ревена. Реван пришел на Дроманкас после перерождения. Некоторые верят, что Реван умер в руках нашего императора. Я верю по-другому. Я верю, Реван, что... Короче, победил императора и сидел на троне секретно 3 века. Только темный совет знает правду на самом деле. Мне не нравится, куда это ведет. Я слышал слухи в цитадели. Веками император был в заточении. Единственное объяснение. Темный совет предал своего лидера и закрыл императора Ревена. Мы должны что-то сделать. Короче, увеличив свою силу. Это абсурд. Больная женщина. Они хотят нас заткнуть, потому что больная мы знаем. Женщина. Мы не позволим. Нужно что-то с этим делать. Мы не сделаем. Займет много лет освободить. Тем не менее. Мои агенты говорят мне, что ты встретился с Ситом по имени Сендер. Человек, который ищет уничтожение. Реванитов. Иди к Сандеру и скажи ему, что ты встретился с лидером реванитов. Скажи ему, что лидер... Это его собственный мастер. Еще раз соврать. Дарт Чармс. Хватит. Я скажу ему правду. Почему он мне поверит? Я тебе дам амулет. Я получил амулет Чармуса. Отдай его назад, и в общем тот поверит. Здорового мастера. И они друг против друга повернутся. Когда будет это закончено, поговоришь с Эндером. Возвращайся ко мне. Ты не можешь. Ты не сможешь. Не можешь сюда. А, ты не сможешь. Да мне категорически... Отлично для меня. Я даже вообще не расстроен. Как-то. У нас 135 его больше. Сендер. Ты должен пойти путем Ревена сам по себе. Путь к мощи. Путь не для джедая, не для сита. Да пребудет с тобой сила. Да путь она сделает тебя сильной.
фанаты Звездных войн сейчас. А вот эти вот всякие там. Это нам город там, Так, ребята, 50 минут у нас уже длится. Давай слетаем. Да нет, давайте закончим. Давайте. Ситамуля, да давайте слетаем. Давайте добьем. Тут осталось-то уже. Куда летим? Сейчас летим. Ну мы не сможем. В столицу, короче. На самый верх. На север. Окей. Артур, сейчас догоню. Ага. Дистанцию соблюдай только. Я. А то я знаю. Этот раз решил меня въехать. Воинам неизвестно такое слово, как дистанция, о чем ты. Тем более я обколотый. Ты мне вообще пополам. Ты должен поймать этого дракончика. Поймай его. В колесе еще немного героина. Меня твой щит этот, который ты на меня наложил, меня раздражает уже просто. Что поделать? Я постоянно свечусь, как елка новогодняя. Так прикольно. Поймай. Блин, ну я, конечно, вожу тоже, если подумать, что это я сам лечу на этом. По каким-то, блин, путям вообще. Кривым. Над головами зверей. А у тебя сейчас реально попа сияет, или мне кажется? Да, реально сияет попа. Идеально. Это стоп огней, чтобы ты видел дистанцию просто. А, понятно. На задницу прикрепить. Здесь моя задница, остановись. Учитывая, что у тебя... Бум. Не успел. Влетаю. Нет. Вызывай страховщиков. Сегодня без ДТП. Печально. Так, ну ладно. Теперь бежим. Квест офигительный был. Долгий, но офигительный. Да, особенно для фанатов первой части. Ну, исключительно для фанатов первой части. Другие ничего не поймут и будут там. Где экшон? Не, на самом деле прикольный был квест, но вот как-то действительно затянули. Нет, ну просто сегодня я это уже шестая серия, Джек Шепард устал, все. Да, усталость поднадобилась, уже переводить тяжеловато, уже мозг закипает. Давайте подсвинец будем переводить как бла-бла-бла-бла-бла-бла. Мы все время так переводим. Ладно. Мои переводы самые лучшие. Убедил. Да. Ты просто делаешь какой-то такой гоблинский перевод. Да-да-да, только хотел сказать. Фристайлом. Да. Да пошел ты, Кичай. Поехали дальше. О, Сандор. Я думаю, что за знак? А, сок такой есть, Сандора. А, вот этот квест, кстати говоря, мы его еще не хотели брать. Оказалось, вон он какой. Да. Давай, дай нам деньги. Мастер Стоум, сейчас вернулся. Должно быть большая сила там. Сила воли. Чтобы оставить культ ливанитов и вернуться к нам. Ты нашел то, что вы искали? Ты нашел лидера? Я встретил ее. Нет! Я сам. Perhaps that will be enough. A symbol of rank or affiliation. Ну, очки темной стороны все равно получили все. Ну да, кроме меня. How did you obtain it? Ну да. Это было нелегко. Как ты получил этот амулет? Почему, Джек? Я устал. I don't need to tell you the story. You can figure it out. Сам выяснишь. Это амулет моего хозяина, Дарф Чарнуса. Диадсора... Никому об этом не говорит. Сам с ним разберусь. Я сам разберусь со своим... учителем. Your master's heresies cannot be allowed to endure. I agree, but that is all I will say for now. Take your pain with my own. Если учитель говорит, не должна распространяться, я согласен. Leave now. We cannot be seen together any longer. Мы не можем больше видеться. И мне еще много предстоит сделать. Смерть всем реванитам. Смерть реванитам. Вместе со всеми врагами империи. Да, смерть всем, кто против нас. Короче, вот такой был квест. В результате я получил новую броню, которая. У которой. Которая просто все минус, это просто. Зато выглядит, нет, но вот у моей брони 206 защита, у этой брони 20, я не знаю, что лучше. Не, у меня все в жутких минусах. Она просто какая-то, видимо, цивильная, посмотрите. Да, она, но она ее, там... Ее можно апгрейдить, этот... между прочим. Да, из нее в итоге вот, может я ее одел, получится. Гляньте, оденьте, она будет одинаковая на нас всех, наверное, выглядеть. Нет, я усиление взял. Так усиление оно и так дает. То и то дает. Нет. Да. Нет. Вот, но у меня да, у меня и то лежит. Ну какая-то она... Не очень. Короче говоря, давайте заканчивать. В следующей серии уже, я думаю, что там у нас осталось-то?
Ну, собственно, мы же в темный замок так и не дошли. Флэшпоинт. А, темный храм, точно, темный храм. Храм, да, займемся темным храмом тогда, что посмотрим в следующей серии тогда. Да. Да, короче говоря, увидимся в понедельник. Надеюсь, вам понравилось. С вами были Максим, Григорий, Артем и Артур. Всем пока. Всем пока. Пока-пока-пока.